текущем году за счет средств Национального фонда на строительство объектов образования выделено 58 миллиардов тенге, в рамках которых ведется строительство 96 объектов. Из них 19 детских садов, 77 школ, 17 школ замен аварийных, из которых 17 школ замен аварийных, 59 школ замен трехсменных и одна коррекционная школа-интернат в городе Караганда. По состоянию на 1 августа местным исполнительным органам перечислено 27 миллиардов тенге. По итогам полугодия введен в эксплуатацию 21 объект образования, в том числе 14 школ и 7 детских садов. По оперативным данным МИО освоено 24 миллиарда тенге или 88% от плана финансирования. Остаток неосвоенных средств составил 3 миллиарда тенге. Наименьшая доля освоенных средств из 10 регионов приходится на 5 регионов. Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Южно-Казахстанская область и город Астана. По остальным 5 регионам ожидается экономия по госзакупкам, которая будет перераспределена на объекты, строящиеся с опережением в рамках предстоящего уточнения республиканского бюджета в установленном порядке. Основными причинами неосвоения средств Национального фонда явились судебные разбирательства с подрядчиками, отставание подрядчиков от графика СМР, незавершенные процедуры государственных закупок и позднее заключение договоров. По итогам проведенного мониторинга МОН выявлен риск срыва сроков ввода по 3 школам Алматинской области и 1 школе в Карагандинской области. Требует также отдельного рассмотрения строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне Арай города Жанаузень. Освоение составило 92% от годового объема выделенных средств. Однако, согласно фотоотчету, строительство находится только на начальной стадии реализации. Следует отметить, что данные проблемы были озвучены в ходе селекторного совещания у заместителя премьер-министра Назарбаева Дариги Нурсултановны по реализации госпрограммы Нурлы-Жол от 5 августа текущего года. И местным исполнительным органам поручено обеспечить полное освоение средств до конца года. Отмечаем, что по строительству объектов образования до конца года предстоит освоить еще 34 миллиарда тенге или 59% от годовой суммы. Рассмотреть возможность переноса плановых назначений с 4 квартала на 3 квартал. Так, по плану финансирования на 4 квартал запланировано 20 миллиардов тенге. Усилить контроль за ходом строительства объектов образования, ускорить завершение процедур проведения госзакупок. На сегодня министерство и местными исполнительными органами начата работа по данным поручениям. Как было отмечено в докладе Министерства экономики, на создание лаборатории в 11 вузах из Национального фонда было выделено 3 миллиарда тенге. По плану финансирования на 1 августа предусмотрено 420 миллионов тенге. При этом данные расходы не перечислены, так как оплата производится по факту поставки оборудования. В целом предполагается приобретение 26 лабораторий, из которых по 16 лабораториям объявлены конкурсы, по 7 лабораториям завершены конкурсные процедуры и заключены договора. По 3 лабораториям Казнету-Сатпаева формируется перечень оборудования. Работа будет продолжаться. Все на контроль.